Лето нужно проводить с пользой для здоровья и ума. Третий раз в городе стартует экспедиция «Связь времен и поколений». Участники – 19 ребят, воспитанников морского кадетского корпуса имени адмирала Невельского, кадетского корпуса имени фельдмаршала Шереметьева и патриотического клуба Лугского района. Возглавит поход известный путешественник Олег Волынкин. Нас с вами ждут в Петербурге, нас с вами ждут в Ладейном поле и в Оланце, нас ждут в Петкеранте, нас ждут в Петрозаводске. Именно там, где проходил боевой путь 98-й дивизии. Мы будем там, где сражались и погибали наши бойцы. План путешествия тесно связан с историей 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, отметившей 70-летний юбилей. Посещение мест боевой славы военных пойдет молодому поколению на пользу, считают организаторы. Ребята увидят, пройдут, во-первых, путями наших отцов, боевыми путями отцов, дедов. Они побывают в городе Ленинград, в Петрозаводске, в Карелии. Они посмотрят, что творилось там, им покажут, будут посещать музеи, будут участвовать в викторинах. Это, конечно, эта экспедиция играет очень огромную воспитательную роль молодого поколения. Путешествие продлится 11 дней, поэтому ребята собрали с собой большие дорожные сумки и рюкзаки с вещами на все случаи жизни. В походе мы будем кошеварить, ночевать в походных условиях. Также мы будем ходить по экскурсиям и будем любоваться красотами России, Питера, Петрозаводска. Также у нас будет ежедневная физподготовка. И, скорее всего, у нас также будут регулярное питание. Подготовка к экспедиции заняла полгода. Все трудности, рассказывают организаторы, с лихвой компенсируют положительные впечатления от путешествия. Впечатления у вас, я думаю, будет очень много. Поэтому мне сегодня хочется пожелать вам, конечно, хороших, интересных впечатлений, ну и пожелать, конечно, вам добрый путь. Глава города Вячеслав Сверчков вручил юным патриотам флаг Иваново. Этот же символ 27 июля вместе с кадетами отправится из Плёса на легендарном тримаране «Русь» в морское путешествие до Севастополя. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.